Смеялся. Да не, если уж на то пошло, то, блин, пока Шредеру не линканул я чарку за репутацию, он бегал с какой-то, блядь, культурой. Так он и с ней дальше бегает с той самой чаркой, 17 сил и 16 интеллекта, нахуй. Он также не поменял ее, нахуй. Ну, нормально, чё, паладин центой, заебись. Потому что там сила есть, блядь. Там крит есть и этот сам. Ну, чарки. А он до сих пор с антой бегает. Ну, блядь, что еще можно сказать? Подтверждение ли, ман? Да, на бурю хватает маны, чё, блядь, заебись. Да погоди ты, куда ты нахуй торопишься? Мы пошли Гурского суммонить. А, Гурский куда пошел? Да я пета проверил, ничего не катит, надо, блядь. На, потом поискать, нахуй. Да я думаю... Синдру или нет? Синдру, да. Конечно. По-моему, нет. А на этого, если что, блядь, я на ДНМ зайду, да и все, нахуй. Который кастует, по-моему, такого нет пета. Я знаю, который есть, плюется, а остальные кастующие это БМовские. Ну, Химера только БМ знает, что кастует молнию. Да, секунду, да, 10 секунд вроде КД. Ну, так КД это не вариант. Она вообще может плюется. Полетели. Сама по себе. Она мелизами. Я всегда с Химерой бегал в БМ и своем. Да я в БМ не играл этим конченым. Да не, надо, видишь, вот если бы вот вихрь, вот этот, который пружинка, да, одиночная, если бы он не хлопал сразу, давал хотя бы 3 секунды, то есть он появился, и потом только активирует через 3 секунды. За это надо, походу, бах-репорт закинуть. Да, такого нет, даже на офи нет. Ну это тебе не... Ну, блядь, проходят же и без этого, ребят, но... Ну да, но нас не за этого, у нас кинетика, блядь, падает и пиздец. Мы же делали... также не должна быстро падать. Мы делали, нахуй, баг-репорты, блядь, по поводу кары, нахуй. До сих пор, блядь, не сделали. Чё ты думаешь? Тут нахуй правят просто так, блядь. Если у тебя будет 30 плюс лоялка, еще, блядь, поправят, нахуй. Да. А так нахуй. Ну не знаю, кто-то, походу, сделал баг-репорт на 4-4. Уже это 4 нельзя прожимать. Ну, блядь, поплакался, я же тебе говорю, поплакался кто-то с 30-кой плюс лоялкой. Все, это все очень просто объясняется. Деньги нужно зарабатывать людям, поэтому шмот очень трудно выбивается. Все это убивается очень трудно. Ты переходил по ссылке, вот что я кидал? Там можно видео закидывать за бонусы. Какое? Сирусы. Оригинальные какие-то. Короче. Вот Сирус Медиа, короче. Еще раз кинь. Рыбку он поставил. Давай Войт, наверное, каску. Ой, Войт, я говорю, бля. Лимон, давай каску, наверное. Лимон, каску, медвей, кулаки, кресты. Ну я могу барабаны бафнуть. Толку. Нет. Так, так и пойдем. Смысл, блядь. Так, я не тайсил, нахуй, сука, пиздец. Вот только он меня так вымораживает, блядь, в гильдии, нахуй. Только он. А почему не я? Ладно, все, завязали, блядь. Говорю уже, нахуй. Закрыли тему, все. Чё ты под этим, блять, огня поставить? Сосредоточение поставить, без ауры будете, нахуй. Лиса, не боди, бля, не полезь, стой. Чё там, что сон? Да. А сколько стаков собирать? Маша, сон даже зачарился, ёпки, мать. 4-10 выбил, да? Сколько ему стаков собирать? 6-7, но? 10 максимум, походу. Ну это надо смотреть от урона, который получает. От урона посмотри. Будет не сильно знаю, прожимать, значит, сон, нахуй. Давите. Герои, вы должны мне помочь. Мои
ДД, не играйте в подавитель, играйте по этим. Наличник осваивается. Разгром слева. Разгрому больше дамага играть. Нет, ДД, меняйте целью приоритетом. Курский поставим. Хорош. Подавитель сейчас будет. Да, справа. Подавитель, да. Или пока эти стахи не спадут. Нет, следующий надо забирать. Только порталы появились. Да они меня не убьют. Ну сам смотри, надо набрать столько, чтобы ты не сдох. Но на меня сейчас 6, мне по полтора летает. О, собирай 15 баксов. Потом посмотрим. Чуть земли там на себя, по-моему, надо. А у меня тотем на большую стоит. Так всегда себе хилить. Да, можно подойти. Как когда выходит, он кидает на него пулхоты. Трапа. Хорош. Какой-то фильм хочу посмотреть, расслабиться. Кто посоветует? Лолита. Загадочное, загадочное убийство. Убийство? Загадочное убийство. Детектив Пикачу. Убийство там детектив, да? Сейчас подавители будут. Подавители слева много. Я хотел пойти на ванну посмотреть, сука. Да, посмотрим. Сейчас захуярим Синтрогосу, зайду я на ДНБ на совете. Чё за ДНБ? Маг? Маг. А хилам будет немножко плоховатым. За фаста поиграю, чтоб Пэт долбил, блять. Ну он там как живет. То есть смотри, мне просто поддерживали сейчас 25 стаков? В августе будет. Можешь поддерживать, можешь вообще захилить. По одному стака еще заходить надо. Только один... тебе надо зайти так, чтобы не взлетели. То есть взять да. 1-2 стака. 1-2 бери. Ну, да. То есть вначале один, берешь один, один и в конце портала берешь один. Пока по разгром тебе... слева, по разгрому мы все пошли. Пока по тебе дамаг небольшой. Я просто символ на большую стоит, я сам себя хилю, когда костюм. Я понял, если этого портала выйдет. Да, стрелям, а в рот давай, да. А сейчас я стаки обновлю, да, мне рубишь. Когда гера дадут, все на крылья нажмите. Потерял стаки? Походу. Потерял стаки. Подавите. Как ты потерял? За мной моб бил, я походу
автор. Разгром, блядь. Там хуйню бьет. Ну, все равно неприятно. Косты-то он бьет. Нет, его шакалить можно мультишарить. Я сбил только шкаф. Козбил. Да-да, я козбил. Мосс скоро по мане сядем, но я тригеню через поэта. Вот мосс, смотрю, если нет озарения плохо. Разгром справа. Ману убила, ёпс. Можешь встать. Вставай. Дело листаки. Ману резай. Ты зашел сразу в портал, да? Угу, он зашел, да. Отхить себя. Старайся близко к Вальке не подбегать. У меня пишет Берса 10 секунд. Успокойся, Берса, здесь не так мало. Есть, но... Вот она берется. Долго. Сейчас просто трэша много выйдет. Где? Ну сейчас. Да, его подавите. Дохиливайте мне, лям остался. Да, я сейчас выйду дохиливаю. Она долгая здесь, ребят. Тут нельзя собрать сразу 50 стаков и захилить. Обычно, когда она горит неудачно, сразу выходит по 2 моба сразу. Типа 2 мага, там, толстый. Разгром. Подавитель. Всё. Что, пойдем на Синдру? Да? Да. Висит без камня. О, пластик, если не надо, я заберу, а то он меня хил. Забирай. Че, в 3 хила Синдру будем идти? Хуй знает, что посмотрим. 2-2 попробуем, может на халяву убьем. Я тоже за то, чтобы 2 пробовать. У нас, блядь, хватает, можно нахуй под сопротами убить, ёпты. Чтоб меньше нахуй захила делать, блядь. По этим. По всем нахуй. Так. Есть у кого камешек ювелирный? Любой вообще. Абсолютно. Вот я всегда какой думаю, а зачем нужен? Сделали шмотки просто? Просто чтобы выбить брюлик с другой шмотки. Да, сейчас тебе сделаю. Ну, чуть позже. Я могу сделать, сейчас сделаю. Шмотки на Frost Resist тканевые, блядь. Ну, значит, для рейда. На Синдру можно было одевать их, да, по идее. Не только Синдра, а Сапфирон. А что по АЕ меньше прошипал, чё-то. Просто если одеть фулсус по ходу, этот, Frost Resist, то можно не отбегать от притяжки. В обычке так точно. Ну... Но это танкам только всегда нужен был Frost Resist. Чё стоим, кого ждём? Все здесь, посмотри, чекай. Пошли внутрь. Этот... Я танк. Сосредоточение пока поставлю. Потом Frost заберу. А чё ты в танках? Да, в 3 танка. Бля, Шансунг, тебе нужен был камень? Да-да-да. Бля, я соврал, короче. Ну смотри, если вот такой прокатит... Так ему любой. Это такой только. Зеленый. Кастовал и все. Агро.
По хилрейну. Фраги вообще нету, блин. Лимон, ты же играешь через мана, да, Джагу? Да, всегда. Почти всегда. Ну я хиловскую юзаю, так что играю через ману. Потому что иначе я ману дерегеть не буду. А разве у прота, блядь, две джаги не юзаешь? Две нет, это просто баги, блядь, такие нахуй. Это не баги, это ты имеешь в виду вторая, это когда, которая прокачивается в протоветке. И там типа вешается две. А чё, не есть... вешается? Нет. Там только вторая вешается, там минус хоста у босса или что там, я не помню. Ну да, там хосту уменьшает. Вот, уменьшает скорость атаки ближнего боя цели на 20%. Рейдовый паладин это не вкачивал. До 25. Ну что есть озноб. По правым играть. Что-то немножко хилам будет тяжело. Кстати, на них будет вешать. Что-то души никто не дает мне. А, во. Чего дали? Да, души за пауков не идут. А за этих идут? За этих идут, да. За пауков нет. О, мне пошли. Если был бы этот, как его, кто-то с посохом, тогда бы пошли. Блять, с посохом надо 2,5 душ на. Это сколько надо фармить? 17 часов непрерывного фарма, ЦЛК 10 обычка первого этого. Это же. Там Джайна убивать надо на посох? Ну я не помню. Я не знаю, маргинал делает, я тебе говорю то, что делают. Мелкие, ну. Словите там только у хилов, пожалуйста. А они вообще не бьют. Да нихуя себе, Мосу один раз плюхнул, почти убил ее. Благо я гнев отдал. Это ему хритануло. Угу. Это же большой был, по-моему. Да, большой пол. Я тебе говорю про... Маленький. Маленький-то хуй с ним. Вот тут, когда а что у нас сейчас такая херня пошла, что, блядь, на X5 можно сагрить мобов через... А, вон этих дракончиков через сетку, короче, можно хантом сагрить. Не знаю, на цикле много чего можно сделать, нахуй. Там как-то, блядь, эта сфера... Пауков например, около хилов загрите. По-другому пашет, блядь. Она летит одна в рейд, короче. Агро. Ой, мисс клик. Еще мелкий. Так, а ты добра? Приводи только одну пачку. Не надо все. Да, они больно кусают. Блять, на ПВП хавки опять покупать, сука. Сделали тебе камень? Нормально все? Да-да, я его имел, выбил, все нормально. Все, спасибо. Угу. Вот. Медленно долетаю. А уешь в чем? Ну да,
Они еще летают, так как ты бегаешь, заметил? По твоему пути. Да, да. А, мне души. Я поебал души. Зачем они тебе? Шура, зачем вам деньги? Аккуратно только этого, не загрев. Дракончик. О. Да ничего. Дайте боб, мосс. Когда целка 25? В субботу. 5 часов. 5? В 17:00? Да. Какой муска, да? Ну, драконы просто мелких пролетают, они после больших, блядь. Пой муска же медведь, да? М? Пой муска? Да, да, пой муска. Давайте. Со двоих собрал? Ну, бля, у Вайда там плюс 3, это сколько будет? 8 начинается. Чёрт. Пораньше поставить. Хоть и выходные, но все равно. Вставайте под морду. Да, будет парирование, зато не будет уже. Да. Субботу и время хорошее, там выходной. Да, знаешь, вот когда начнем чистить это, можно и в четверг делать, блядь, типа будем нахуй. Не, просто смотри, на пятницу максимальный приход. Я уже добор на хрен делаем, блядь. Четверг максимальный приход. Четверг разве? А, ну когда дэйли. Ты блядь, делаешь виклик постоянно. Почти, блядь, фул гильда, нахуй. Ну, не... Да, кристаллы всем нужны просто. Да. Я тебе о чем и говорю. Надо ставить виклик, нахуй, идти в ЦЛК 25. А надо делать, как другие гильдии. Они просто говорят РТ, приходите, а потом решают, куда идут. Все, нет вопросов, нет проблем. Каску ребафнем по себе. Не люблю этого дракона. И этот прото, да. Ты тоже на десятку кидаешь? Да, да, я всегда на. Алис, если ты не танешь, отходи от дыхания. Боку можно бить прекрасно. А вот тут, Алис, тебе нужен просто здесь подход. Хотя, можно и так. Ну, блядь, сопрот по-любому нужен. По крайней мере, хилам. Хилам, да. Уходим. Блядь, не морозьте, хуйня получается. Чихнет, блядь. Об этом говорю, нахуй. Был. Лучше не морозьте, блядь. Побычки можно, нахуй. В двери не надо. Да помогу. Хотя и побычки нахуй не надо. Ты даже бегалка не помогает. Да, я тебе о чем и говорю. Нахуй, не корнюйте. Только, ребята, я вам сразу предупреждаю. Тут вас не спасет, блядь, одно падение, нахуй, за глыбой, блядь. Тут надо все, блядь, ловить за глыбой. Ну, пару вайпов бомб. На этот, нахуй. А потом просто, блядь, ГПшечки раздавать, потому что ЕП за этот инс начисляется, блядь. И, кстати, АДДшники, вы тут убиваете всех, а не только себя освобождёнкой, блядь. Да, она уешит. Да, это сейчас повторим, хули говорить, пока не перед боссом, пока ещё трэш идём. Если на субботу меня не будет, скорее всего, там ЦЭшника надо будет найти. А ну вот, сейчас дашь эфир, блядь, от двух. Да, ДЦшник, но? Там обычки не обязательно. Вот я не успел. Таких же был. Ну, на лечение плохо. Заражение. Ну, я тебе об этом говорю. Пиздец, поиграл ДЦшником в РБК. Переплевал нахуй. Своим здесь, ебаный урод. Бегают там по 2к ДПСа, блять, бомжи нахуй, ссаные, блять. И там, блять, 30к хп нахуй. Сука, которые в ниже топе, блять, на первом боссе ловят стаки от грибов, блять. Не, я собираю. Надо бегать, просто надо стоять на месте вообще, блять. Я в РБК собираю. Надо, блядь, отбегать нахуй, только когда, блядь, перед... Ну, грыб вырастает. Да, 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 да. А там танк его, блядь, постоянно наводит. Это вообще, блядь, такая жопа, нахуй. Так пукан горел.
А я тоже первый раз не знал, как это делать, тоже водил постоянно. Я его убивал по двум тактикам, и водил, и не водил, и всегда убивал. Ну, блядь, наверное, у тебя хоть ДПС давал, нахуй, больше, блядь, 2к, нахуй. У меня было, что падали люди, добивали там с маленьким ДПСом. Да, я успел добегать, нахуй, обратно, блядь. Ну, там реально, как нахуй. Если не двигается, никто, убирай. То вроде как не появляются эти грибы. А если не двигаются, то появляются. Не, если двигается раз, весь рейд, после каждого движения почти появляется гриб. Ну. Да, я один раз видел, что не появились. Ой, блядь, грибы. У нас и магов-то нету, да? Да, у меня халки нету. Ешьте простую халку. Мамонта кто? Да, мамонт, поставьте там есть халку. Я могу джипса дать. Да, джипс-то чё? На джипсе нету, но мамонта нету. А чё? Да хавки на хп. Или, блядь, каждый трай нахуй ставит рыбу вам. У меня вот такая вот есть. У меня поставили есть. Кому да, дать? Вообще-то без хавки обойдетесь, я думаю. Да давай без хавки, ёпта. Вот у вас хавка такая есть, что никого нету, что нет. Короче, мусорки метки нет. На всякий случай, блядь. На первый раз, нахуй, потом поймут. Для танков тактика все та же самая, что и в ай, блядь, сейчас я правда стану. Так, я накинул грудь на фрост резист, у меня теперь нет бонуса от Т-10, дай сапрот поэтому... Дай сапрот людям просим. Так, грудь, так да, а чё да, у тебя? Сапрот, нахера а тебе? А со стакерами какого? Ренжу набираем, они что-то массово хреначат. Ну, у меня есть одна, две шмотки у меня есть. А чё ты по этот, ботинки этот нахуй? Пояс заменил и нахуй. Так, а со стаками 4 сбрасываем или когда взрываем в бок отходим? Что делать? Вы когда этот 2 максимум и с освобожденкой сразу отходите в бок, блять. Понял. Дык-дымыч, тебе нужен сапрот? Он отошел. Он в туалет отошел. Все то же самое, что на бычке, только стаки взрываются, бомбы ваншотят. Да, я на фрост ауру поставлю, блядь. Притяжка, по-моему, тоже ваншот. Она больше. А тоже ваншот. Если вы бычки да. 30-ку бьют, здесь, по-моему, 40 с чем-то, да, 45 что ли. Ну, блядь, желательно также прожимки. Каски дайте. Лимон. Сейчас, да, погоди. Лимон каски бафать, нет? Я не хочу настой силы титана, блядь, юзать, нахуй, хотя у меня 2 штуки есть. Да синдра сейчас посмотрите, легче, блядь. Да я обычный, да. Да, блядь, у нас прошел проф, блядь, более-менее нормально, нахуй. Ёбаного рот, зато мы на совете вайпаемся. Я сразу сказал, что с советом, я тебе сразу сказал, с советом будут проблемы. Да нормально, на ДНМ зайду, у него ж, блядь, фрост спек есть, нахуй, во фросте подамажу, поэтому буду накинуть. Блядь, а у тебя фулл фрошмон? Ты да. Вообще постоишь на этом. Хочешь я вред тебе кинетики. Нам нужен ДПС. Ты можешь с этот, как его? У тебя есть ботинки, ёпта, на фрост резист? Нет, если я ботинки сниму, у меня вообще мастерства нет. А сколько у тебя мастерства? Без ботинок. Под печатью. А это дракон. Я тебе объясню одну вещь. На агро здесь пул агра набирает и вина. Да, да, тебе да, не да. Надо об агро думать вообще. Ты этот, как его, смени ботинки и одень Т-10. Бонус. В смысле? Ботинков так. Нет? Ботинки на фрост резист есть? 2Т-10 тебе надо. Ой, 2Т-4 тебе надо тут на деф. На только 2 шмот. Пояс и грудь, ботинки у меня без мастерства. Так, ладно. Кому-то еще нужен сапрот? Кто взял, тот взял, но... Че, вот берем сапрот и не берем? Каски. Да нахуй, попробуем так, если будет сильно продамаживать, соответственно, выпьем, блядь, все сапроты и все. Че вы паритесь-то? Сапроты есть. Так, Саня, нахуй, скинул сапроты тебе. Чуть-чуть с дамага это воид скинул. Чуть-чуть дамага, блядь, потеряем, зато, блядь, будем меньше напряга хилов. Мы просто посмотрим, доведем ли мы вообще до да. Второй. Надо смотреть, можем ли мы убить. Чек вот, делай на готовность. Хули можем, убивать блядь, да. Нас... И этот, Лимон, поставь этот сосредоточение. Я фрот взял. Синдре всегда почти главное так. Вот, Мосса, да, да. Восстановление на одну группу хотя бы. И на вторую омоложение. И как начнется дамаг, будем рост. Ну ты знаешь.
Хорош, можно 10 раз кидать. Ну шо? Все, что, агрим? Спускаемся. Ефтик, ты что можешь? Прожимай до стойки. Не обязательно ничего есть, там захилится все хилами. Цепухи сейчас пойдут от шамана, если вон, смотри, никто не сдохнет. Один плюс. О, слушай, ураган, такой да? Изи дамаг. Ага. Сколько их? 16 лямов, блядь. А в норме скоро. Съемка следите, выходите сразу в бок нахуй. Это 12 или столько? На кого повесилось? Два стака максимум. И не подбегайте друг к другу только. Рэндж взрыва 8 метров. 10, по-моему. Ну много. 20. Да хрен там, вон достаю. Значит 12. 20. Убежали. И так. Мастер аура дал. На всякий случай. Ну, блядь, нормально, воздушно. Войд мульти. А кто сейчас дергался? Че это было? Я. Блядь, близко слева, близко слева, быстро. Аккуратненько продамаживаем. По центру, блядь, между глыбами. Спрятались. Правая, стопнули по глыбам. Правая, стоп. Слева, всех близко. Стоп. По всем стопните. Разобьем мы их быстро. Алиса, лучше не беги. Справа. Сейчас посмотрим, шотник, не шотник. Нормально. Ух, нихуя себе под зеленкой. Это еще и не было. Это необычка. Пробуй, посмотрим, сколько будет под зеленкой. Она под зеленкой. Это пробный трай. Она еще клык отдала. Может мне капли ей давать? Не знаю, попробуй. Надо вообще просто чекнуть, почем она дамажит на этот на ДК под этим. Под зеленкой, когда он выходит. Ну, тяжко, так и скидывает. Да, ебанет в этом, тоже не особо. Да, кстати, притяжка вот, здесь, да. Притяжка и стяки здесь скидывать надо всегда. Душная. Блять, ты вешаешь отлично. Мастерал мульти. Че ты так дергаешься-то? Дурной, блядь. Он выйдет на пугал. Аккуратно продамаживайте. Стоп по левой. По левой стоп. По центру, точно по центру. По правой тоже. Хорош. Стоп, стоп. Фул дамаг, стоп. Справа близко. Слева. Близко. А Алиса под фрост резистом или нет? А, нет. Не убила. Не убила, потому что она не выходила. Выйдешь сейчас в следующую взлетку, будешь выходить под зеленкой, без клыка. Тебе, если что... Мне кажется, этот... я меня убил. О, бля. Он даст каплю. На двух хилах. Похуй, меньше дамага лутай. Стаки не лутай. Притяжка, стаки, скидывайте. Похилю пока, Гурыча. Дыхание. Мастера похилю. Войда я похилю. Я флешками подхиливаю. Я тоже Войда хилю, себя похилю. Моссу разочек. Убежали. Тогда и сакру, шаман бахнет сейчас. Нормально. Так, отлично, на следующий перейдем. Чтобы нормально Алиса, поставить, так. Надо будет выйти, Алиса. Клык не используй. Выйдешь под кап. Сколько ты версий? 5 минут, да. Спокойно переводим всем. Блядь. Выходи спокойно. Мой мидвей будет. Аккуратно. А, так все нужно. Ну 3%, анонсируйте. Центр, далеко.
Центр то же самое место. По глыбам стоп. А, стоп. По глыбам вообще стоп, отберите руки. Забежали прыгай, в другую прыгай. Сторону. Последняя. Слева, близко. Каплю отдай. Иди лови, Алис. Да не убиваете. Разбили. Нормально. Давайте тут дамаживаем. С аккуратностью. Что, рост может сейчас сразу? Нет. Рост на бурсу ставим рост. Давай. Вторая фаза. Первая налево. Бля, лучше б на центр, там должно хватать. Медвей налево. РДД чисто по боссу играть. Не успею, так и скину. Скинешь за второй. Прохил рейда, рейд поднимаем. Успел. Центр! Мульти-центр. Центр, ушли все в центр. Тушку прожми. Прячемся. Разбили. Прячемся, блять, разбили. Он в рейд звоне. Вот конечно. Отдал. Мульти, дай гимн на Багровом. Даю. Блять, на Багровом. Даю. Блять. Ну, Слип, ты умер от дыхания, блин. Вот ты побежал в ближней части Синдрагоса и умер тупо от дыхания, которое прошло. Ложимся. Знаете, если ты пробегаешь через босса, ты геешь. Нет, ты понял? Нет, там она притянула и хвостом откинула в другую сторону карты. Сейчас вас приморожу. Ну, Слип, понял? Почему? Я понял, понял. Ну, видишь. Это как на Халеоне, если ты прибегаешь перед мордой, ты ловишь клиф или дыхание. Я никогда не бегаю у дракона перед мордой, никогда. Чё Алиса аж под хвостом оказалась? Притянула. Нас притянула и хвостом. Я притянула, а потом куда-то. Блин, она бежит, думала. Сейчас у нас рез, да? Это я даю уже. Угу. Ребят, вы следите аккуратненько. Нормально. Ну, мы спокойно переводимся. Ну главное, блядь, это третий. Головой хватает. Конечно. Мне интересно, блядь, от 4 Т4, блядь, это на 7% минус дамага тоже, блядь, на рейд от босса, нахуй. Я не знаю, но если минус дамаг... Могу сделать, если надо. Рек есть? Блядь, сейчас в ГБ посмотрю. Слышь, Лимон, больше не собирай 4 куска на ретрикона. Почему? Уже пофиксили, блядь. Так я тебе говорил, сразу же пофиксили. Ну, пока можно было до тех пор пользоваться. Ну, слушай, я собираю просто посмотреть, вот. Как оно и так. Присните Войне. Сколько тебе? Один? У меня обычный. Один, да, один. Самый обычный. Мне его слышишь. Войд отрошел, да, ясно. Потом перебью. Сейчас дам. Обмен кинь уже. На 30-ку сейчас дам. Джитса вам поставил, если чуть-чуть. Спасибо. А, блять, мамон такой. Вот. Кстати, смотри, на орхидее есть 20к. Можно взять мамонта на рейд. Какой-нибудь сука сюда будет. Да, успокойся, это я своими возьму. Лучше 20к, блять, в ГБ закинь на. Я куплю, блять, потом эти. Или реги, посмотрю, что подешевле будет. Реги купить и наделать нахуй фласок. Там не 20, что-то там 19 с чем-то. Хотя видишь, блядь, чё прикол. Ты настой обычно делаешь по 2 штуки, блядь, а этих делаешь нахуй с острова по 1 штуке. Конечно, алхимиков прокуют. Да, но если мастер эликсир. У меня на дроиде есть. У меня сапрота есть, соответственно. И это нахуй. Надо будет наделать. Надо 3 алхимика делать. Алхимия здесь хорошо, то что видишь, крутые фласки. Это профа, блядь, тоже заебись. Она у меня на ретрике не взята, нахуй. Ну что, блядь. Его будет по профитней, нахуй. Где будет? Да отошел. Ну, на варе-то мамонт, понятное дело. И так нужен в рейде. И нужен трехместный по-любому на заре. У меня на церкви на X5 до сих пор нету ни одного мамонта. Дакар полезный маунт. Желательно, чтобы вы, нахуй, у хадиров купили трехместный маунт или механоцикл. Двухместный, потому что на третий сундук надо, блядь, локоть один хуй провозить. Ну что не всегда у рейда это есть. Лучше да, нам был вроде. Ну у меня тоже есть. Соответственно, на кому-то давать диван. На либо в склепе можно выбить.
Ведалс. 8к можно потратить. Это несложно. Да, я еще, блядь, этот не закрыл. Выпик нам пало. Еще который с хлебом многоместный. Он да. 3 места имеет. Не хотите тут же вообще сейчас попробовать? Ебать, 3 села. А смысл? Блять, что-то мы садились на 3-й фазе вообще жестко. Ну, можно попробовать в 3 хила. Из-за чего такая профакт? Так меня вообще еле подняли, у меня 2к. Осадка там была, я не знаю, кстати. Там что, освобожденки было на хилах? Не знаю, просадка очень дикая была. Давай в 3 хила, в чем проблема? Давай, Шансунг. Что-то должно хватить. Шансунг, давай. Потому что такая фигня будет в ответственные моменты, это постоянная жопа такая будет. Да, вон на 2 хилах было, блядь, освобожденка. Ну так я говорю, да, а будет концовка. Давайте, может, перекурим 2 минуты? Давай. ДПМ поставь там на 2 минуты. Может, мне надо ассист, блядь. У тебя есть ассист, у меня нет. Слэш ДБМ Брик и пишется. А я знаю, у меня ноутбук как-то въебывает. Куда побежал, сука? Ну чё, ребят, как свободу дамажит? Нормально? Ну понты, только отбежать надо. По всем по 3к, если не отбежишь массово. Это на 1-й фазе, да? Угу. Да. Второй сейчас так еще веселее будет. На второй, да, там глыбу надо тоже без стаков нет, заходить, чтобы скидывать. Вообще нельзя их собирать, если на то пошло. Ну, хилы еще могут, а тряпки нет. Просто стоишь тут по 30 секунд дрочишь. Ну, на 3-й фазе начинает свежиться дебаф рядом с катой. Ну, блин, если ты лимон, смотри, 3-я фаза, если появляется, это 2 освобожденки, это вайп, потому что там надо все держать, там же жопа начинается. Ты, ты про хилов говоришь, да? Ну, я да, если на 2 хилов кидает, это хорошо, так там одному, наверное, будет овер тяжело поднимать это все. Угу, поэтому это обычно 3 хила ходят на синдру. Именно по этой причине. И в 25 уходят, сколько там, 5 хилов, да, у них? Может, там 6 освобожденных, и может кинуться на всех. Да, я помню, просто мы ходили, сколько раз мы вайпались из этой херни, блядь, что кидается на 2-хиловую освобожденка, и все, жопа начинается. Все, победный трай, тупо не захил танков. Да, да, если захил танков, падает рейд, и все. Это постоянная такая была жопа, вот сколько я помню, играю. Так же, как и пробовали в 25 хм, тоже там 4 хила. Тоже бывает, как кинется и все жопа. Хорошо, если бисовый, и шаман захили, чего вот. Да я помню, с тем же провокатором пошли, короче, 5 хилов не захилили, 5 освобожденных кинулось на одном траве. Он еще одного кого-то спекает, то ли кота, то ли сову вырдушит. Да не, просто на цифре там овер ДПС. Освобожденка кидает. Нет, так там овер ДПС много, ты не сравниваешь. Тут его, блядь, пока что. Алиса, наших, это персонаж, блядь, тут не спасут вообще ни разу. В наших гильдиях это еще слабо. Тут нету такие, такого депоса, что пиздец. Че, Войт, пришел, не? Да. Да нет. Уснул. А он писал что вообще? Да. Писал, отойду. Ай, ну, может, что случилось. Ну, блядь, я бы отсюда шею забрал. Да убьем мне эту шендеру. Успокойся, короче, сейчас шансон будет со щитами. Да, успокойся, если что, сопрот еще дам. Сиди, ну, в любом сиди. Случае, я здесь. Сейчас я есть сиди. Ли алхимки мастер эликсиров? Сопрот и прокает, то есть... Да. То есть тебе да. надо только да, рецепт да, да, знать да. сопротом. А, ты имеешь в виду это, бля, когда делаем? Да, когда делаем. Ой, я короче, тут... такой сижу, ну все, пойду сейчас себе сделаю эту титанов и покупаю все, сижу по порядку там лечит свет там 11 штучек и дохожу я до этой залупы, блядь, и понимаю, что ну его нахуй, дешевле купить фласку, чем, блядь, на это его потратить, блядь. Я как увидел ценник на эту траву, они что, блядь, совсем тютюна? Ты ее, блядь, пробовал собирать? У меня ж нету травки. Ты охуеешь его собирать. В натуре, блядь, еще и название кошмарней, блядь. В натуре кошмарит, блядь, от цены. Видишь, его очень мало
связок. Это, блядь, считай, как лечит цвет, нахуй. На этом. Да лечит цвет дешевый по сравнению с этим дерьмом, нахуй. Да? Ты чё, там один стоит 110 штук. Ой, 110 голды, блядь. А кошмарники сейчас, на... смотри, фармят полуостров Ветхого Пламени из долины призрачной луны, плюс редко попадается... А чё, там точек таких, ну, мало? Говорят, что респаун у них 2 часа или 3, блядь. Да, ну, нет. Респаун есть. Короче, трава... Просто некоторые петушары, этот... Через мапак. Я просто говорю, блядь, я когда увидел цену, блядь, это пиздец. А главное, хорошо, что хоть все не покупал, блядь, там что-то не докупил, блядь. Что там, хоть дошел до этого дерьма. Там не мапак, там такое, я помню, где-то, я не помню, как аддон называется. Он на конкретном сервере, то, что ты где собирал, он записывает на карту себе. Так, ты понимаешь, типа, выгодно делать на той силу... Мапхак, это когда, блядь, ну я не знаю, как он точно называется, блядь. Ты имеешь в виду, что боты летают в фарме? Портуется. А портуется сразу на эти точки, нахуй, по отмечены. Вов эмо хакер, когда кто на цирку пахал, пока его не пофиксил. Один тут видел человека, нахуй, не помню, то ли The Doom, то ли кто-то еще, нахуй. Просто хуяк, собрал траву, портанулся, все, ёпт. Да-да-да, есть такие. Санёк, ты, блядь, тратно? У тебя ПС-ка, блядь. Сейчас, блядь, освобождёнка будет, блядь. Пока ты ИРГА сейчас начну, но... Ты смотри, осторожно, я буду ПС-ка тебе закинуть. Прокил. А, не, немного ДПС, наверное. Иди нахер, я в хиле накидать, я Сейчас кинул он 2 хилов, да. Но зато один хилит, пока не стоит. Бачо, ты 4 тут такие мощные, блядь, наваров. Да, на рогов, посмотри, какие, блядь. Рога, видел? На циркуле, чтоб рога так врывался. Давайте лишний бил. Давайте. Воздушную. Думал, мне сейчас убьет, нахуй. Шансунг? Одна. Шансунг. Одна вышел. Метка. Прячемся за одной меткой, ее не разбиваем. Близко к центру. Не надо, не бейте ее даже, нахуй. Мы ее быстро забьем. Слева. Справа. Дал стан глыбе. Тупо теринаской хуярю, блядь. Мы ходились. Под зелёнкой. Нормально, за очка надо отдавать. МБР. Пробафали ДК сразу. Отбегать будем до конца комнаты. Ой, да, наверх на... Значит, не под ключом надо быть, не под ключом, а по этой хуйне. Да. Ах, два братишки, блядь. Ей надо Frost Resist, короче. Она без Frost Resist так не сложит. У меня 430, превосходная. Аура Мастер есть? Да, даю. Обновляйте, доты влетает. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Так дымыч, мосс. Слева близко. Где, блин, там же. Да, там же. Стопнули поглубже. Слева далеко.
Тебя пот не вздыхает? Включим, выходи. Ходит где-то, не вздыхает. Ёлки. Ваншотит, нахуй. Чё за хуйня? Нет ОБР. У него нет фросвизиста, ложимся. Нет, я не думаю, что он меня спасет. Дело в том, что прижиматься нужно, когда выходишь, потому что от бомбы урон. Дело в том, что урон от бомбы в Гере смертельный. Не знаю, как ты первый раз выжила. Она пару раз выжила всю первую фазу. Клык был и зеленка будет. Ну вот смотри детали смерти. Смотрели? Ну вот пишет. А что там пишет, интересно? 211 тысяч урона. Ну и все, какие вопросы? Ну, ты не видел еще, блять, этот нахуй. Как он? Погибель. У нее там 200 ка урона. Поэтому, чтобы босса она ловила там, где нужно, лыбу надо ставить наперед. Да. Да, все верно. Слева и справа от круга переставьте метки, сейчас я сам делаю. Так, привыкаем по-новому туда ставить. А что ты эти убрал? Так, трусы ромбик надо убрать и переставить их слева. Сейчас, впереди. Поставить их рядом с желтыми нужно. Вообще, убирайте ромбик. Все метки и давайте делать так, как надо. Вот и все. Не вижу смысла убирать метки. На глаз будете ставить. Не надо ничего ставить, по ситуации ставим. Ну, надо поставить жёлтую. Куда вы надо носите? Ничего никуда ставить. Вот если я босса отведу на себя, куда ты будешь ставить? В жёлтую? А если я босса хвостом поверну на жёлтую, ты в жёлтую будешь ставить? Нет. Вот нет, все вопросы отправлю. Нет, я левее поставлю. Вот все будете левее ставить. Гоу. Сейчас каски, да. Почему лапа фроса резист не апает, а? Потому что аура больше лапы дает, и она является лучшим эффектом. Только она будет учитываться. Мы правую ставим как обычно, левую чуть вперед, да? Или чё? Да. Окей. Чё мне не показывает проверку-то, блядь? О, так показывает, ладно. Метки выносим вот сюда и сюда. Все метки выносятся в зависимости от того, как стоит босс. Я не про первый, второй. Для одного взлета. А их вообще без разницы, как выносить. Главное, для танка есть разница, чтобы ее поставить нормально. Ну да, одну наперед, чтобы танк ловил здесь, где мы сейчас стоим. Притяжка. Мне не нравится. Никто не уцелеет. Ближе, дальше, друг. Мост, ближе, мост, ближе. Дальше. Они... Нужно стоять на одной линии было с тем, кто слева. Алиса, да прячься, да ближе. Там у тебя будет момент выбежать, и успеешь до той точки добежать. Земля, давай забеги. Вот и все. Я потом с полистойкой вбила. Thank you.
Freedom, пожалуйста. Лимон. Вот сюда такой. Ну, как у меня. Молодец. Бэйра нет, да? Есть, Гарс. Аккуратно. Мама, нет же, что она откатил. Перебегите на другую, быстро. Ложимся. Угу. Диван. Диван, КД. Есть кого-то? Дайте диван. Да зачем вам диваны? Тут бежать 10 секунд. Вы чё, обкурились? И чинитесь на первом. А зачем? Чтобы, блядь, починку меньше голды стоим. В смысле, Алиса, нахуй тебя послушала? Ты должна прятаться за ближней глыбой. Ты должна прятаться за ближней глыбой перед последним.